Всем привет! С вами Валентин Медведь, и вы находитесь на канале Мастерской этнических ремесел. Сегодня мы решили снимать видео на природе. Несмотря на то, что продолжается зима, скоро она закончится, конечно же, но месяц февраль, и он диктует свои температурные и природные условия. Мы очень любим природу, и желание сидеть в тепле, наслаждаться тем, что ты в комфорте, оно побеждается тем желанием, чтобы выйти на природу и подышать свежим, чистым воздухом, посмотреть на красоты природы и подзарядиться, потому что зима заставляет нас все-таки греться больше, находясь в домах. Как всегда, пойдет речь о музыкальных инструментах, а именно о флейтах, окаринах. В моей руке сейчас находится вот такая окарина, как видите, не совсем маленькая. Есть разные окарины этого типа. Они настраиваются в минорной пентатонике. Только что звучала окарина в тональности ми. И, как я уже сказал, минорная пентатоника. Ее очень легко определить по, во-первых, наличию 5 отверстий. И второе, это 2 отверстия, которые находятся слева, они более крупные в диаметре. Так требует строй, и от этого никуда не уйти. Я обещал вам о том, что немножечко расскажу о минорной пентатонике и о том, как на окаринах в этом строе играть. И сразу скажу, что особых каких-то отличий от других окарин, например, в минорном строе, в обычном миноре, в мажоре, сильно нету. То есть отличие в том, что 5 отверстий, и они имеют другой строй, другую раскладку нот. Давайте немного поимпровизируем, то бишь попробуем сочинить какую-то мелодию. Всегда, работая с учениками вживую или же через Skype, я говорю о том, что нужно стараться напевать или хотя бы внутренне как-то чувствовать ту мелодию, которую мы будем играть. Вот я сейчас играл в самом начале, да? Как это звучит, если пропеть? Та-да-та-та-та-та. И дальше просится что-нибудь такое. Та-да-та-та-та-та-та. И мы, конечно же, это делаем, соответствуя какому-то ритму. То бишь та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та. То бишь считаем внутри, в голове, или помогаем, притопывая ногою, отсчитывать вот эти вот доли сильные. И пробуем. Та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та. То бишь, вначале я пошел вверх, открыв все отверстия, потом спустился вниз. И получается такой вопрос-ответ. Я спрашиваю, как ваши дела? И вы мне говорите, дела хорошо, на улице красиво, светит солнце, легкий ветерок прохладный и так далее. Еще какой момент хочется рассказать. Мы можем тренироваться. Я понимаю, что некоторые, кто сейчас смотрит, может быть, впервые держите в руках окарину, и вам сложно вообще понять даже вот те простые вещи, о которых я рассказываю. Попробую разжевать еще более подробно и более просто. Гамма у нас играется каким образом? Вот все закрыты, это первая нота, она же ми. Дальше. Самая верхняя нота, когда все открыто. Получается так, что мы движемся правой рукой от безымянного пальца, безымянный, потом средний, потом указательный. Здесь дальше средний и указательный открывается. Заметьте, мы не закрываем обратно отверстие, потому что я часто вижу такую ошибку. Открыли, потом дальше и так далее. То есть это неправильно. В
Вначале нужно играть гамму очень медленно, потому что так нарабатывается понимание, моторика пальцев, так мы правильно учимся распределять дыхание. Потом мы начинаем уже, конечно же, ускоряться по мере своего освоения и наработки уверенности. И вот на первых даже порах, что мы можем пробовать играть? Вот три отверстия, не будем использовать левую руку. Что получается? Я дую вначале, все закрыты, потом открываю два, потом открываю одно, и потом все закрываю. Получается. Та-та-та-та. Это может быть элементом какой-то мелодии. Попробуем еще раз. Что я делаю? Я два раза делаю артикуляционный звук ту-ту на одно и то же отверстие. Как это выглядит? Еще раз покажу. То бишь я открыл его, та-та, потом закрыл та-та. Получается вот та-та, это я создаю воздухом, когда дую. Та-та, та-та. Давайте попробуем более связно это все послушать. И дальше можно уже придумывать какие-то свои элементы, дополнять и разнообразить. Конечно же, все нужно начинать с гаммы, только она вам поможет в развитии вашего музыкального навыка и в развитии слуха, дыхания и всего остального. Что ж, на этом, пожалуй, пока закончим. Ждите следующие видео, в них буду продолжать освещать эту тему. Для тех, кто посмотрел видео и вам понравилось, не забудьте поставить палец вверх, это стимулирует меня к дальнейшим моим действиям и к дальнейшим снятиям видео. Подпишитесь на канал и пишите комментарии, вопросы задавайте, я буду стараться на них отвечать. С вами был Валентин Медведь. Да, кстати, еще забыл. Под видео есть ссылки на мою группу ВКонтакте, есть ссылка на мою страничку ВКонтакте. Через них вы можете узнавать, как, где можно приобретать окарины. И для тех, кому интересно, есть онлайн уроки по игре на окаринах. Можно также записаться на них и пройти обучение. На этом все. Пока-пока.